Со страхом Божиим и верою приступите. Благословен ты во имя Господне, Бог Господь и явися нам. Молимся сейчас не верою, Господи, исповедуя, ко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть мазь. Еще верую, я ко всей сам мое пречистое тело Твое. И самая честная кровь Твоя, молюсь, убо Тебе, помилуй меня, прости мне все прегрешение мое, вольно и невольно. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Сподоби меня осужденно причаститься, причистый Твой таинство, в оставлении грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайна, день Сыне Божий, причастниками прими, небо врагом Твоим тайну поверь, мило б занятие до меня, Иуда, но-ка разбойник исповедуй Тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да не в суд или в осуждение будет мне причащение, причистое Твое тайное, новое исцеление души и тела. Аминь. Причистое тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащается. Поклоняйся, так у нас послаешь всегда.
ныне присно и во веки веков. Аминь. Да исполнится уста наша хваление Твоего, Господи, яко напоем славу Твою, яко сподобились и нас причаститеся святым Твоим божественным животным и животворящим тайнам. Соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучайтесь о правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прости, принцип божественных, святых, причистых, бессмертных, небесных, настоящих, страшных, христовых, тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Спасивши сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи, Господи. Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Спасибо, Твое, благослови, Господи.